Было бы очень хорошо повторить их заново. Также было бы хорошо повторить сказанное на прошлом уроке относительно Таухида. И какой Таухид имеется в виду в этой книге? Мы говорили, что Таухид разделяется на три вида. И вопрос братьям, тем, которые присутствовали на прошлом уроке. Вопрос братьям, которые присутствовали на прошлом уроке относительно того, как я относительно того, насколько он разделяется и упомянут разновидность Таухида. Первая разновидность Таухида Таухид рубубия, то есть единобожие в господстве. Кто может привести пример на этот Таухид? Да, все, что сотворил Аллах, то, что То есть быть убежденным, что создал этот мир или создатель только один Аллах, также что управляет только один Аллах, также дает обитание, умышляет и оживляет один Аллах. Все это входит в Таухид ар-рубубия. Второй вид Таухида Таухид ар-рубубия. Поклоняться одному лишь Аллаху, не предавать ему сотоварищу. То есть Таухид ар-рубубия — это когда человек поклоняется одному Аллаху и не предает ему сотоварищу. Третье. То есть, когда ты убежден, что все имена и атрибуты Аллаха принадлежат ему одному, и ты не описываешь никого именами, которые присущи только одному Аллаху. Сегодня, к сожалению, многие мусульмане, и даже те, которые приписывают себя Ахль Сунна, если даже не поверили, но в душе у них какой-то страх все-таки присутствует, потому что в общении ты это замечаешь. Кто-то сказал, что конец света будет 21 октября, и глупые каждый поверили этому. И некоторые последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже поверили этому. Если не языком, то сердцем. Потому что в магазинах, посмотрите, свечи покупают, продукты покупают, запасаются на 22 декабря. Да. А мы знаем, что знание о сокровенном принадлежит одному Аллаху. Ни племя майя, ни ухар дай аранги и другое не знают об этом. И никто не может нам предсказать об этом. Один Аллах знает, когда будет судный день. И если наступит этот судный день, то никакие свечи и продукты никому не помогут. То есть сегодня некоторые совершают ширк Асма ва сифат, описывают человека или племя тем, что присуще одному Аллаху. Это знание сохранено. То есть мы поняли, что такое Таухид и насколько он разделяется. И эта книга, данная книга, написана именно о втором разновидности Таухида, то есть Таухид ар-рубубия. Почему? Потому что Ахль ширк и Ахль куфр во все времена не признавали, что создатель один Аллах, он дает пропитание и так далее. Проблема у них была именно в этом разделе. Разделе поклонения. Таухид ар-рубубия. Они поклонялись Аллаху и не Аллаху. И мало кто был такой, кто отрицал бы создателя. Отрицал бы Аллаха.
даже те, которые отрицали Фирауна и Намруд, они в душе верили в Аллах. И даже помню пример из Советского Союза, когда они запускали ракеты на Луну, или не помню, в космос. Один из них описывает его чувство, атеист, который не верил в Аллаха. Но в душе он делал дуа Аллаха, просил Аллах сделать так, чтобы эта ракета дошла до космоса. Это он сам описывает свое нутро. И говорит, что вместе с тем, что я языком не верил в Господа, он душа как верила, и я дуа делал Аллах. То есть это фитра Аллаха. Фитра. Человек рожден с тем, чтобы у него в сердце было убеждение, что есть создатель. Что Аллах создал этот мир. В этом проблем не было у пророков, кроме как у некоторых. Проблема была именно в этом вопросе, то есть должны быть иллюзия. Люди брали себе посредников, люди поклонялись не Аллаху, им вместе с Аллахом, поклонялись другим божествам. И вот из-за этого Аллах отправил посланников, из-за этого был неспослан Коран и другие книги, из-за этого был обнажен меч посланника Аллаха, Аллаху Алейхи. Поэтому книга очень важна, и мы, иншаллах, начнем ее сегодня первой глава, когда вы проводите «Аллахи вахакку Аллахи Аляху». Мухаммад Абдул-Ахад, первый аят привел «Вама халакту льджинна вальинса илля ляхудун». Аллах создал джинну и людей только для того, чтобы они поклонялись одному Аллаху. Это цель нашего существования, поклонение одному Аллаху. Многие мусульмане, к сожалению, когда я спрашиваю, что не знают, для чего он существует. Не знают. Я уже не говорю о пятерах. Пятеры живут для своих детей, для того, чтобы находиться в этом мире. А мусульмане, которые совершают ибадат Аллаху, не знают, что он создан для того, чтобы поклоняться Аллаху. Просто он не обратил на это внимание. Он беспечно относится к религии. Поэтому не знаю. А наш долг довести до этих людей цели существования, объяснить им, для чего он существует, и чтобы он приступил непосредственно к своим обязанностям, то есть поклонению одному Аллаху и отвергаться Таута, отвергаться ширка. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Также Аллах говорит, что мы отправили каждой умме посланника с приказом «Ан я'буду Аллаха, поклоняйтесь одному Аллаху, ваджтанибу ат-тагут» и «Остерегайтесь тагута». Что такое тагут? В следующих уроках, иншаллах, придет. Но мы знаем, что общество святых сказать, тагут – это то, чему поклоняется самим Аллах, именно в этом аяте. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Каждой умме Аллах отправил посланника с приказом «Ани айбуду Аллаху ва джитанибу ат-тагут». Поклоняйтесь одному Аллаху и остерегайтесь тагута. Это религия всех пророков. С этим приказом и с этим да'ватом приходил каждый пророк, алейхиму ас-саляту ас-салям, и каждый посланник Аллаха. С этим да'ватом. У них религия была одна, как мы уже говорили. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Аль-анбия ихвату лиллах», посланник, пророки, все они братья одного отца, уммахатум шатта, их матери разные, то есть шариаты разные, дином вахид, и у них религия одна. Это ислам, это посланник одному Аллаху и отвергается таутом, отвергается ширка. Мы говорили, что есть такие люди, которые вышли на улицы ради Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его оскорбили каждый, и кричали: «Оставьте нашего пророка, мы же не поносим вашего пророка, алейхи ва саллям». Есть такие люди. И сегодня я узнал еще одну такую новость, от которого глава может посидеть у единобожника. Какие-то режиссеры решили снять фильм «Алейхи ва саллям». Это изначально харам, снимать фильм про пророку. И в общем, у нас фильм харам. Однако они решили снять этот фильм и сказали, что мы должны взять разрешение у церкви. То есть написать сюжет, а потом показать это церкви. Если они разрешат нам, только тогда снимать фильм.
Почему? Потому что они думали, что Иса, алейхиссалам, это их пророк. Пророк христиан. Да, Иса, алейхиссалам, был отправлен к ним. Однако они вероломно разрешили Иса, алейхиссалам. Они предали его. Они сдали его иудеям. Кроме тех, которые последовали на самом деле для Иса, алейхиссалам, для единоборья. И сегодня говорю, что Иса ваш пророк, христиан, это глупо. Иса, алейхиссалам, был на единоборье. А христиане на куфры, на ширки. И эти джахили не знают, что Иса, алейхиссалам, наш пророк. И более самые достойные Иса, и мусульман других пророков, это мы, единобожники. А не христиане иудеи. Христиане иудеи никакого отношения к Иса, алейхиссалам, не имеют. Потому что у них одна религия, у Иса другая религия. Иса на единобожье, а не на куфры. Так же и Муса, алейхиссалам. Поэтому, если вы знаете таких людей, кто убежден в этом, то объясните этим людям, потому что на самом деле есть такие люди, убежден, что среди христиан тоже есть единобожники. Среди христиан тоже есть те, которые признают, что Иса это пророк, и не являются товарищ Аллаху, значит, они единобожники. Объясните этим людям. Дальше Мухаммад Аль-Раз говорит аят «Вахаба Раббука Алла Та'буду Илла Ияху Бильвалидайни Ихсана». Аллах приказал, чтобы и поклонялись с вами как одному ему. «Вабильвалидайни Ихсана», и что к родителям относились добром. «Вахаба», то есть Аллах приказал, это приказ шариатский. Он может, человек может его выполнить и не выполнить. Если Аллах прикажет что-то, это должно обязательно произойти. Если это Пала Аль-Кауни, как мы разбирали. Пала Аль-Кауни и Шарах. То есть Пала Аль-Кауни, если Аллах приказал, чтобы сегодня произошла с кем-то авария, это произойдет. Если Аллах приказал родиться человеку в каком-то ситуации, он таким и родится. Но здесь Аллах приказал поклоняться одному Аллаху. Здесь человек может поклониться или не поклониться, потому что у человека есть выбор. Есть выбор. Поэтому мы сегодня видим, что одна группа поклоняется одному Аллаху, другая группа предает ему сотоварищу. «Обильвайдай ихсана» – и Аллах приказывает относиться к родителям, ихсанам, добром. Почему? Потому что они растили нас, они заботились о нас, они на всю ночь напролет смотрели за нами. И когда ребенок плачет, и мать плачет, и отец плачет, но когда человек вырастает, он больше любовь проявляет своим друзьям, своей жене, своим детям. Когда ты болел, разве твой друг смотрел за тобой? Когда ты в детстве плакал, был голодным, разве твой друг тебя кормил? Твои родители кормили, они заботились о тебе. И поэтому Аллах сравнивается с поклонением одному Аллаху. «Вахаба Раббука Алла Та'буду Илля Ияху». Не поклоняйтесь, кроме как одному Аллаху. «Вабильвалидайни Ихсана» и относитесь к родителям добром. «Алла Та'буду» – не поклоняйтесь, это «Ла Илляха». Нет божества, «Илля Ияху», кроме как ему, «Илля Аллах». То есть это шахад. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فتشهد لا إله إلا الله. فبنت وبنتهم ثم اشتريت برسالة كنا مقنعين إني مقنعت إلا إياه كرامك أمام الله فمقنعت أمام الله إلا الله فنيت برسالة كنا مقنعت كرامك الله. داشة أكثر في رحمه الله سيقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذا الرشان الكريستيان или же это обращение к мусульманам, то есть скажите, придите ко мне, я прочитаю вам то, что Аллах запретил вам. «Анна тушрику били шайа» и первый Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, поминает за таухид. Не предавайте ему сотоварищ никого. Не предавайте ему сотоварищ никого. Дальше в этом аяте сказано «Вабильвалидайни ихсанан» и относитесь к родителям благочестиво. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن يبيوان سيرتي بيت بيتنسي потому что они так было они не надеялись на Аллаха не ставаку небу не ставахин отсутствовал они только на себя надеялись что они только могут достичь своим трудом обитания а мы убеждены что Аллах дает риск что Аллах дает риск сколько бы мы ни старались если Аллах не захочет мы не получим это
Поэтому, если у человека много детей, то не надо беспокоиться, не надо девать или там без дома оставаться и так далее. Потому что Аллах кормит. Потому что Аллах в Коране говорит, «Нахну нарзукукум муияхму». Мы даем вам пропитание и им пропитание. Каждому человеку предписано свое пропитание. Как мы говорили, если Аллах предписал что-либо человеку, то это его никак не минует. А если Аллах предписал ему, то это ему не достанется, то это ему не достанется. Сколько бы он ни стремился. «Валя захва буль фавахиш» и не приближайтесь к мерзостям. Слово «фахиша» общем это грехи. Однако в Коране слово «фахиш» это мерзость применено трем грехам. Кто знает? «Фахиша» то есть мерзость упомянул Аллах относительно трех грехов. Первое это зина. Аллах упомянул слово «фахиш» это мерзость относительно зина. Второе. Аллах упомянул из того, что мерзость это жениться на женщинах, на которых был женат отец. Потому что при Галилии, когда отец умирал, то есть не его родная мать, а другие жены, которые были у отца. Когда отец умирал, имущество его жены передавались сыну. И они становились его женами, и это имущество его имущество. И Аллах назвал это мерзостью, фахишем. И запретил это. Но простил тем, которые это совершили в Галилии, которые покаялись. Если кто-то совершил в Галилии, из них сахабов, Аллах простил им, потому что они знали, потому что посланник Аллаха сам пришел, и они отказались от этого. И также слово фахиша Аллах применил относительно мужеложества. Мужеложство, которое сегодня очень быстрым темпом распространяется по свету. И это приближает наказание Аллаха, как это было по умрут, когда распространилось Левак, то есть мужеложество, Аллах наказал. И сегодня это недалеко. Не приближайтесь к мерзостям скрытым и явным. Валя тактулю нассаллати харрам Аллаху илля бильхак. И не убивайте душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву. Заликум вассакум. Вот это вам Аллах сделал в ответе. لعلكم تعقلون ورزميتك дальше Аллах говорит وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ не приближайтесь к имуществу сиротам إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن кроме как с намерением чтобы увеличить это имущество применить это имущество в лучшем حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ пока они не вырастут пока они созреют оставьте их имущество, не трогайте. Может человек, если остались сироты, взять его имущество для того, чтобы увеличить их капитал, увеличить эти деньги, в этом случае разрешается. Или же вложить куда-нибудь, или купить им что-то полезное, дом, участок и так далее. Это разрешает. Но брать имущество и пользоваться сам, а потом потерять это имущество, это харам. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ Аллах говорит относительно тех, которые продают, чтобы весы были правильными. Но мы не можем стопроцентно правильно взвешивать, и поэтому Аллах дальше говорит, что «Ауфу л-кайда вал-мизана бил-кист» «Ла юкаллифу нафсан илля усаха» Аллах не наложил на душу, кроме того, что ему подпил. Да, мин грамм меньше, грамм больше, мы не можем. Поэтому Аллах говорит, что Аллах не возложил на душу, больше того, что она может подвинуть. Но мы должны стараться, чтобы совершать правильно. Вот когда а когда вы говорите что-то, фа'дилю, будьте справедливы. Ворал курпа, даже если это близкий человек. То есть не защищайте близкого. Говорите истину, говорите правду. Мусульманин всегда на стороне справедливости, на стороне того, кто прав. Даже если тот, кто не прав, это его родственник. И когда говорите, говорите справедливо. Туда же входит то, что сегодня распространено. Когда братья-мусульмане обзывают или суфию, или кафиров,
теми именами, которые шагат не пришло. Или его называют гомосексуалистом, хотя он от этого далек. Или, я не знаю, даже не хочется упомянуть эти имена, потому что сложно распространено. Это не нельзя. Аллах назвал каждую группу своими именами. Эти люди пасхи, эти люди каждый, эти мунафики, эти мусульмане, эти небожники, эти имена не пользуются. Не надо границы переходить. Сегодня этот человек на куфре, и он для тебя гомосексуалист, хотя он не такой. А завтра он приходит в ислам, и ты с ним сидишь, и ты с ним общаешься. Не будет ли тебе стыдно даже? И это очень сильно распространено среди братьев. Кого-то чертом называют, кого-то кем-то называют. Это все, не запрещается по шариату. И когда кушаем, когда вы говорите по обиду, будьте справедливы. Будьте справедливы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда писал письмо, как он говорил, писал? Абин Рум, великому римскому императору. Как он написал? Потому что он был как великий император. Он не сказал собаке, не сказал черту и так далее. Вот когда вы говорите про обиду, это Аллах, вафи от Аллаха. Вот это Канада, это Турба, даже если это человек приближенный, то есть родственник. Лаликум вассакум, лааллакум таляккарун. И это он Аллах. За вафиатом, может быть, вы опомнитесь. Ва анна хада асрати мустакиман. И это мой прямой путь. Фаттабируху, следуйте же ему. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ и не следуйте разным путям, а تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ تَدِيرِهِ и это разделит вас от пути правильно. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ и это то, что Аллах вам делал разрешаем, может быть вы боитесь Аллаха. Что касается этого аята, Ибн Масуд رضي الله عنه говорил, что это васия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто хочет посмотреть на васия посланника Аллаха, من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه تصدق جواية فاسمرتنا ذو الشان أصلاك الله نكثر من يستيشات أصلاك الله فليقرأ قوله تعالى قسم فشتاية صلى الله أقول الآية كثر من حسب الشتاري إذا هي وصية أصلاك الله صلى الله عليه وسلم إذا شئت وخرشه إسلامي لأنه مستدر وصية الله وصية أصلاك الله صلى الله عليه وسلم. Дальше автор книги Рахима Аллах говорит, здесь хадис от Муаза ибн Джабаль, «Кала кунту рарифан наби саллаллаху алейхи ва саллям аля химар, я был бадариф асланик Аллах саллаллаху алейхи ва саллям на асле. Факал я Муаз, атадри ма хакку Аллахи аля аль-Ибад, знаешь ли ты права Аллаха над своими рабами? Ва ма хакку аль-Ибад аля Аллахи, какие права у рабов? Ты Аллах. Культ Аллаху Расулу А'лам, я сказал Аллахи ва Расулами лучше знаю. قال حق الله على العباد قال الله على سيد رباه أن يعبدوه اشتبع نفقنا لكمهم ولا يشركوا به شيئا من بدوار متتوارش وحق العباد على الله الضواء شوال لدي جل الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا تشتب الله نكبره توقف من بدايات متتوارش من كوم قلت يا رسول الله أفر أبشر الناس معبد ويد أو فصانك الله ني أبرادت من لدي не обрадовать мне этим самым людей. О, да, тубаширхум, асаник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не надо, не рассказываем, не обрадуем, фалитакилю, потому что они перестанут совершать ибаду. Будут надеяться на то, что они совершают ширк и откажутся от ибадата. И это сегодня это произошло, а среди сахабов этого не было. Мы видим в этом хадисе, и в прошлом году мы говорили, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучал детей акиде, обучал религии. И здесь тоже в этом видим. Я Муаз, Муаз был маленький. Он посадил его вместе с собой на осла. И сказал, я Муаз, а ты принимаешь хакку Аллахи алейхи ва саллям. Ты знаешь, какие права Аллаха над своими рабами? Маленькому мальчику обращается. Вы посмотрите, какие они умные были тогда. А сегодня наши дети, к сожалению, выросли на мультиках, выросли на играх и так далее. И мы знаем, насколько они развиты относительно религии. И это наше упущение. Наше упущение. Они это детей. У детей нет акля. И мы видим, что у нас тоже нет акля. Раз мы даем им такие права. Знаешь ли ты, какие права перед Аллахом над своими рабами? И какие права
рабов перед Аллахом. Как может быть права человека над Аллахом? Может ли быть такое? Аллах должен кому-нибудь что-либо? Кто скажет? Должен ли Аллах кому-нибудь что-либо? А. Не должен, кроме того, что он обязал на вас. А. То есть права Аллаха над своими рабами, чтобы они поклонялись ему и не предавались сотоварищу. Они обязательно это должны. А права человека, то есть Аллах обещал им, сделал себя обязательным, чтобы вести их в рай, если они не будут поклоняться кроме как одному ему. Вот тогда, если они выполнят первое обязательство, то Аллах выполнит свое обязательство, которое он сам возложил на себя, а не люди, но возложили на него. Сам Аллах возложил на себя. Тут есть, эта тема заканчивается на этом, однако Мухаммад Абдул-Ахад дальше упомянул факта, то есть полезные моменты из этих хадисов, из этих аятов. Это очень важно знать то, что он здесь записал. Однако у нас времени не хватает, потому что мы видим, что урок очень длинный получается. Мы обещали, что зимой, когда холода начнутся, что начнется и второй урок. То есть в неделю будет два урока по акиде. Теперь обращение к вам, потому что я каждого не знаю, то есть его положение, когда он работает и где работает. Второй день, какой можно выбрать в неделю? Раньше у нас был суббота и вторник. Какой день можно выбрать вторым днем для акиды? Я думаю, иншаллах, на первом уроке мы будем читать аяты хадиса, которые Мухаммад Абдул-Ахад приводит, а на втором уроке полезные моменты, которые он изъек из этих аятов, из этих хадисов. И это будет, иншаллах, очень хорошо. То есть вторник не подходит вам? Такое же время, то есть после ача. Какой вам удобный конфликт? После ача урок шизы. Вторник. Арабский язык? Можно армия отменить. Все равно не арабский. Живая история.